Добрый день. Сегодня 7 февраля 2020 года. Вот у нас начались первые весенние заморозки. Сегодня ночью опустилось до минус 5. Зимы у нас как таковой нет. Я считаю, что это просто заморозки. Вот вода замерзла в емкостях. И просто хотел показать, что состояние лука, который я посадил 29 января, теплицы в ящиках. Я хочу вам сейчас показать, как он себя чувствует. Все-таки прошло уже 9 дней. И что там, какие изменения произошли. Тут еще я лук не досадил. Вот это вот первые движения его уже заметны. То есть просто он уже за 9 дней как бы пошел. Уже изменения видны хорошо. Ночью, я еще раз говорю, было до минус 5. Днем сейчас где-то в районе плюс 1. А в пристенной теплице градусник у нас показывает плюс 25. Это практически без всякого подогрева на солнце. Ночью, конечно, тут такой температуры не будет. Но все-таки вот цветы внучка пересадила их, так они у нас и цветут на катки. Вот. Всю зиму они, можно сказать, прошлогодние уже. Так что вот такая вот пристенная теплица, конечно, она дает еще эффект из-за того, что она, во-первых, низкая, во-вторых, все-таки кирпичная стена сзади нагревается и удерживает тепло. Ну и наш зеленый лук. Так что будем смотреть, что будет, какое движение по этому луку. И буду показывать. Так что смотрите. Может, кому-то пригодится все это.